Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Первое впечатление о Медном озере у многих сложилось не очень хорошее, из-за низкой частоты клёва и невозможностью нормально фармить серебро. Но что если я вам покажу точку, на которой уже сейчас есть фарм и клюют фактически одни карпы кои? Возможно, многие уже ловили на этом месте, а именно в квадрате H3 с координатами 61-62, который находится недалеко от рыболовной базы, но, вероятно, результаты были не такими хорошими, как я вам покажу в этом видео. Все дело в подходящих сборках для этой точки. Идет уже третий день с момента выхода обновления, а большинство игроков все еще ловят на искусственную кукурузу, не пытаясь подбирать новые наживки. И в этом, наверное, вся проблема этого водоема, если не учитывать пока что неэффективную оснастку Z-Creek. На моих предыдущих стримах вы уже могли видеть сборку с персиком, на которую был относительно неплохой клев на мостике. Но там попадалось в разы меньше карпов кои. Саму сборку и прикормочную смесь вы можете увидеть на экране, но думаю, в данном случае любые эксперименты будут очень даже уместны. Альтернативный вариант сборки для рыбалки в этом квадрате – искусственная кукуруза, кокосовый крем, которая привлекает немного больше обычных видов карпа. На этой точке я ловил с клипсой от 18 до 20 метров в зависимости от расположения ротпода и заброс делал по карте на край ямы 2,2 метра. Сделав несколько забросов маркерным удилищем, удалось выяснить, что дно на клипсе от 10 метров до 20 с глиной, поэтому стандартные поводки под глину будут более чем уместны, а вот ближе к берегу идет ил. Как вы уже могли заметить из видеоряда, разнообразие редких видов карпов кои радует, и при этом фарм с точки получился на уровне моря. За первый час около 700 серебра, а на второй уже почти 1000. В среднем же здесь будет фарм около 500-600 монет в час, а если повезет, можно наловить и больше. Ну а что касается точки 56-61, которая находится в квадрате G3, то здесь работает огромное количество сборок, и все их перечислять нету смысла. Скажу лишь то, что сборки, которые я показал ранее с персиком и кокосом, на мостике тоже работают. А все остальные варианты вы можете посмотреть на нашем сервере в Дискорде, перейдя по ссылке в описании. Большое разнообразие сборок вызвано исключительно популярностью этой точки, и именно поэтому ничего нового не появляется в других местах. Надеюсь, в ближайшее время начнет появляться клев на крупные бойлы, за счет чего мы будем ловить более интересных карпов чаще и, возможно, фармить намного больше, чем получается сейчас. Думаю, перспектива у этого водоема есть, ведь кроме внешнего вида самой рыболовной базы и новых карпов кои, есть интерес в закрытии новых картинок и фарма серебра на новой локации. Думаю, перспектива у этого водоема есть, ведь кроме приятного внешнего вида самой рыболовной базы и карпов кои,
есть интерес в закрытии новых картинок и фарма серебра на новой локации. Так что не отчаиваемся, рыбачим и получаем удовольствие пока что на самой уловистой точке и надеемся на то, что начнут работать крупные бойлы или новая оснастка Z-Krieg, после чего и полетят трофеи. На этом у меня все. Не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписывайтесь на мой канал и, как обычно, всем мира и добра, всем пока!